Дорогие друзья, я также хочу обратить ваше внимание и сказать вам о том, чтобы вы не сильно удивлялись, что фрагменты в этом видео у нас немножко неправильные. Они неправильные в том плане, что в них особо нет никакой логики. То есть мы, смотрите, то есть мы нашли движение от остановки улицы туда, но при этом в следующем фрагменте мы уже едем по улице Новоажимова и Клубная. Друзья, это связано с тем, что мы снимаем практически весь наш маршрут. Но по каким-то обстоятельствам эти фрагменты были утеряны. Поэтому не удивляйтесь.